Помните ли вы, во сколько лет ваш ребенок научился считать? А читать? Все родители запоминают, со скольки лет их ребенок читает, и всю жизнь хвастаются друзья. С первого класса в школе детям прививают интерес к чтению. А чтобы это занятие стало интересным досугом для ребенка, существуют детские библиотеки. 16 ноября 2007 года для юных читателей открыла свои двери детская библиотека номер 19 «Пионер», где состоялась торжественная церемония записи первоклассников в библиотеку. Здесь написано у нас «Книжки на царство, мудрое государство». Мы сегодня с вами попали в «Книжки на царство». Каждый первоклассник школы микрорайона получил приглашение на торжественную церемонию записи в библиотеку, и большинство из них пришли. Для детей провели экскурсию по библиотеке, рассказали, сколько всего интересного их ждет. Энциклопедий таких тоже, ребята, очень много. И они нам и о природе расскажут, и о путешествиях расскажут, и об овощах расскажут, и об истории расскажут. А еще много разных веселых и грустных художественных книг. Сами ребята смогли продемонстрировать свои знания литературы. В конце мероприятия родители записали детей в библиотеку, а сотрудники порадовали ребят сувенирами, сладостями, ну и, конечно, интересными книгами. Специалисты смогли сделать день записи в библиотеку запоминающимся приятным событием в жизни ребят. И наверняка они станут частыми гостями в этом царстве книг.